Приветствую вас, друзья, гости и подписчики канала. Сегодня пришла посылочка из Китая. Что в посылочке, я сейчас вам покажу. Так как многие коллеги снимают хобби на смартфоны, потому что это, во-первых, удобно, во-вторых, не всегда хочется дорогие видео, фотокамеры использовать на природе, я для этих целей приобрел себе вот такой вот телефон. И чтобы его хоть немного обезопасить, заказал с Китая на него бампер. Такой вот бамперок пришел. Опять же, цена небольшая, в районе $3, даже немного меньше. И пришел такой вот бампер, весь прорезиненный, с резиновыми вставками, на модель моего телефона G2 Prime, 5-дюймовый. Телефон мне очень понравился, когда я приобрел. Видеокамера хорошая, снимает отлично. Вот такой вот прорезиненный бампер. Надеюсь, мое видео будет кому-то полезно, и он тоже захочет обезопасить свой телефон. Ссылочка на бампер будет под видео. Спасибо, друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.